На площади в 1 гектар расположились больше 20 фигур динозавров, обитавших на Земле более 150 миллионов лет назад. Воссозданы представители юрского периода с исторической точностью и в натуральную величину. Высота, к примеру, брахиозавра почти 13 метров. Динозавры очень большие, ребенок не боится, понравилось. Еще раз обязательно придем сюда с супругом. Первый раз такое видео. Мне динозавры все очень понравились. И особенно вот этот вот. Он очень высокий. При приближении людей фигуры оживают. Рядом с каждым динозавром установлена информационная табличка. Затерянный мир – это и познавательное путешествие, где можно почувствовать себя палеонтологом и принять участие в настоящих раскопках. Основные посетители парка – это, конечно же, дети, ну, их родители. Именно для них мы разработали серию таких парков. Здесь находится несколько игровых зон и множество различных развлечений. Атмосфера динопарка с подвижными и рычащими фигурами динозавров создает иллюзию реальности, словно действительно попадаешь в затерянный мир. С динозаврами можно сфотографироваться, а на некоторых и забраться. Мне очень интересно наблюдать за ними, и они смотрятся, как сказать, как вживую. Море впечатлений вообще. Мы не ожидали такого увидеть. Вон дочке понравилось, младшему сыну понравилось. Моя очень. Папа. Да. Они вообще в шоке. Они думают, что это как настоящие. Мы сами увидели издалека, пришли сюда. Затерянный мир расположился недалеко от отеля «Весна» и ждет своих гостей. Совершить путешествие во времени и окунуться в атмосферу доисторического прошлого можно ежедневно с 10 утра до 10 вечера. В темное время суток динозавров можно рассмотреть детально. В парке включается подсветка. Рената Шипулина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.